Эй, слушай, есть для тебя инфа. Я пыльная Анна. Шпионю в этом районе по поручению Лузам Хагар из Источника. Она попросила меня выяснить, что замышляют саваны. И что они делают? Они прокачиваются, копят силы. И для этого используют тонну электричества. Они подключили две электрокузницы и тянут огромные кабели к третьему объекту. Уж не знаю, что там. Может, выяснишь, что происходит? Глядишь, и для себя чего полезного найдешь. Я дам тебе координаты, но действуй осторожно. Эти саваны — прирожденные убийцы. Держи на газ! Включен режим ожидания. Системы активируются. Тут какой-то мощный источник энергии. Кто-то добыл реакторы ковчегов и использует их совсем не по назначению. Это наверняка бессмертные саваны. Разберись с ними. Возвращайся скорее, Уокер. Слушай, Лили, я тут вижу... что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не Винланд.
Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Разум ничем не засорён. В нём нет места слабости. Thank you.
Их было уже не спасти. Да, это потеря для Винланда. Но без них саваны лишатся мобильности, а это отличная новость. Системы активируются. Thank you.
Желаю удачи! Активируется. Электрокузница. Возвращайся скорее, Уокер. Yeah.
активируется. Включен режим ожидания. Системы активируются. Возвращайся скорее, Уокер. Я говорливый Гарсия. Торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить твои лодки. Пожалуйста. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится. Активируется. Включен режим ожидания. Я на медобслуживании. Прошу подождать. Ну вот, я снова в деле. Возвращайся скорее, Уокер. Белая
прокачиваю моторы. Не бесплатно, разумеется. Ухаживай за снаряжением, воин. Иду путем саванов. Честь и смерть. Ты снова здесь. Удалось что-нибудь узнать насчет электрокузниц? Они выкачивают энергию из какого-то мощного источника. Возможно, из старого ковчега. Я и не знала, что саваны это умеют. Такое ведь могут делать только уроженцы ковчега. Ну, тебе ведь должно быть это известно. Действуй осторожно. Хотя, как знаешь...